Я считаю, что очень мало честности сейчас в нашем мире. Кругом одно вранье. Вот все эти соцсети, Инстаграм. Посмотрите, там же все вранье. Я за правду. Руководитель клиентского отдела «Королевский матрас», слушаю. Неприятный запах может сохраняться в течение месяца. Если вы будете ругаться сейчас на меня матом, я повешу трубку. Че, все? Да, отметил, глянь. Ну ладно, оставь. По краю хожу с этим вашим дурацким подглядыванием друг за другом. Чего там постоянно выкладывается-то, а? Что мне теперь поделать? Ну что мне, не урод теперь затыкать ему все, он орет? Я просил 30 минут тишины. У меня, блин, все фаны поехали. Обосраться! Фаны у него поехали, у меня вся жизнь поехала.